На традиционном брифинге также обсудили противопожарный режим в Улан-Удэ. В этом году он длился 165 дней. За это время лес дважды горел в железнодорожном районе. Оба пожара потушили в течение часа. Для тушения пожаров в текущем году было задействовано 92 человека и 26 единиц техники. Сотрудниками МВД совместно со структурными подразделениями было выявлено 136 фактов нарушений правил пожарной безопасности. С начала года в Улан-Удэ составили 334 протокола за нарушение правил благоустройства. Общая сумма штрафов составила более 1 миллиона, если точнее, 1 миллион 402 тысячи рублей. Данные средства будут уходить в бюджет, местный бюджет и далее распределяться. Напомним, до 22 октября в Улан-Удэ проводится месячник чистоты. Администрация города призывает всех убрать на своих территориях мусор и сухую растительность.